Сегодня отмечают свой профессиональный праздник ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Ветеранов Бирска поздравил исполняющий обязанности начальника городского отдела МВД Игорь Иус. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто посвятил свою жизнь нашей службе, защите граждан, обеспечению законности, борьбе с преступностью. Ветераны занимают особое место в системе органов внутренних дел. Ваш большой жизненный и профессиональный опыт незаменим для обучения и воспитания сотрудников, формирования чувства патриотизма и ответственности. Благодарю вас за ваш труд, неравнодушие, готовность прийти на помощь в любую минуту. Желаю вам крепкого сибирского здоровья, долголетия, благополучия и мирного неба над головой.